Площадь Победы. Сейчас я пойду в сторону Советского проспекта через Северный вокзал. В принципе, у меня тут, наверное, нет живого места в центре города, которое я не заснял бы на видео, да еще и по несколько раз, но тем не менее, вот не могу удержаться. Как говорят, не закрываю тему навечно. Проходим мимо Калининградского пассажа, вот в эту арочку. Вот здесь вот нижний перрон Северного вокзала. Вот здесь. А вот это тыловая часть Калининградского пассажа. Здесь вообще ничего не было. Вот этого здания здесь не было. Так вот, тут просто было пустое место. Длительное время. Лет после войны, ну скажем так, наверное, лет 67-65. Северный вокзал. Ну, курортный сезон еще не начался. Тут все перепутано на этой доске. Буквы в кучу. В 11:17, то есть через 47 минут. Красная ЧК наша областная.
красивое здание такое. Там вот красное здание, это МВД областное. Тут остановка автобусов, в том числе междугородние, которые идут в сторону побережья. Зеленоградск, Светлогорск. Хотя тут на Зеленоградск есть два пути. Прямой и окружной как бы. Ну как давай обратно. Советский проспект туда уходит. Дальше и дальше. За вот этой остановкой как раз то место, где на той стороне вот бордюрчик этот, там как раз начинается вот парковый ручей, куда я спускался там в канаву эту. Так вот, в этом месте начинается улица Чайковского.
мелиоратор. Вот туда идет эта улица Щайковского. Шубертштрассе, вот в этом месте она называлась. Дальше она превращается в Херман-аллея. Кафе «Господа офицеры». Это улица Кирова, Бетховенштрассе. Ну, арсенал. Оружие, боеприпасы, ножи, танки. По этой стороне, где я иду, я тут давно не снимал уже видео. В основном я снимал с той стороны. Как-то мои пути шли по той стороне, по левой. Там улица Репина, ну, забыл, по-моему, это Моцартштрассе. Тут такой музыкальный такой район у немцев был. Сейчас это называется улица Репина. А вот дальше она пересекается с улицей Брамса. Тоже музыканта, великого композитора. Так, а вот тут я перейду на другую сторону и сниму уже опять все без остановки на обратной почве.
тоже говорящий светофор. Переход Советского проспекта разрешен. О, бразотенькая. Я разберу. Вот что я не снимал, вот тут вот закоулок. Это переулок Кирова. Он такой небольшой. Но тут. Интереснее, чем просто та сторона улиц. Тут немецкие дома. Отремонтированные или с закрашенной краской новой. Не знаю даже, как правильно сказать. Дом такой ступенчатый. Вот. О, памятный. Памятная доска посвящена какому-то адмиралу. Ну, посмотрим сейчас. Студенецкий. Организатор рыба. Промыслового флота Калининградской области, заслуженный работник рыбного хозяйства Студенецкий Николай Иванович, 10-96. Ну да, вот у него просто фуражка такая адмиральская, то есть он имел в гражданском статусе моряка, такой, скажем так, адмиральский чин. О, интересно, я не знал. Переулок Кирова, а тут улица Кирова. Бетховенштрассе. И дом офицеров. Ну, я его тоже снимал, по-моему, вот совсем недавно. Ну, ничего. Здание знаковое, в общем-то. Лишний раз заснять такое не грех. Сейчас я засниму переулок в более таком выгодном ракурсе. Вот он так вот идет. От улицы Кирова до Советского проспекта. Небольшой совсем переулочек. Который, в общем-то, из себя представляет один сплошной дом с разными номерами подъездов. Ну как. Вот дом офицеров. Сниму его. Пока солнце за тучами. Сколько оно прямо противоположно мне сейчас находится. Сниму его вот так, в этом ракурсе. Тоже это немецкие дома, они реставрированы. Вот дом офицеров Балтийского флота. Мы сейчас выйдем дальше на Советский проспект. Центр красоты и здоровья Беверли Хиллз. Красиво оформили. Вот, вообще видно дом офицеров. Можно вот так вот его оценить.
и все со Средней Азии. Сборный пункт. Чистит пути трамвайчик. Вот я шел по той стороне в начале видео. Ну вот начало улицы Чайковского, центр слуха. Ну вот на этом месте закончу.